Mortal Kombat 1 выходит через несколько месяцев, но мы до сих пор не знаем ее полного состава. Утечка состоит из 19 персонажей, которые, предположительно, войдут в ростер МК1. Фанаты 3D-эпохи будут в восторге, если этот состав соответствует действительности. Внимание! Я с радостью объявляю о запуске моего нового канала Mortal Kombat в Telegram. На этом канале мы стремимся обеспечить вас постоянным потоком интересного и полезного контента по Mortal Kombat. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного из интересных материалов, которые мы приготовили для вас. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Списком поделился Зетини в Твиттере, который сказал, что он получен от людей, которые дали нам трейлер до его выхода, а также от людей, которые рассказали нам подробности сюжетного режима и информацию, которую Эд Бун подтвердил вчера. Хавик, Рейка, Нитара, Лимей, Ашра, Саб-Зира, Скорпион, Смоук, Рептилия, Лю Кан, Кун Лао, Рейден, Шанг Цунг, Китана, Милена, Таня, Синдел, Джонни Кейдж, Кенши. По словам Зетини, полный состав будет включать 24 персонажа, так что в этом списке еще есть место для 5. Интересно, что это основной состав, а не камео, что означает, что несколько персонажей 3D-эпохи могут вернуться в качестве полноценных бойцов. Это также означает, что они будут играть более значительную роль в сюжете. Если вы еще не слышали о некоторых из этих имен, я расскажу о самых малоизвестных. Хавик дебютировал в Mortal Kombat Deception и последний раз был доступен в Армагеддон. Он описывается как клирик хаоса, сеющий семена анархии вместо того, чтобы быть строго добрым или злым. Как вы, наверное, догадались, он родом из царства хаоса. Затем у нас есть Рейка, он дебютировал в Mortal Kombat 4, что хорошо увязывается с тизером Буна в прошлом, и в оригинальной временной шкале они были генералами в армии Шао Кана. Нитара, еще один дебютант Deadly Alliance. Мы не видели ее со времен Армагеддона, но она появилась в фильме 2021 года. Она вампир, который большую часть времени в оригинальной истории пыталась отделить свое царство от внешнего мира. Ли Мэй также дебютировала в Deadly Alliance и в последний раз была доступна в Армагеддон. Она воин внешнего мира из деревни, которую поработили Шанг Цунг и Куан Чи. И, наконец, Ашра, которая дебютировала в Deception. Это демон из преисподней, но она также является охотником на демонов. Заметили тенденцию? Много отсылок на 3D-эпоху. Армагеддон, которая стала последним пристанищем для многих из этих персонажей 3D-эпохи, за исключением коротких неиграбельных появлений в сюжетном режиме, вышла в 2006 году. Прошло много времени. Но если этот список соответствует действительности, то фанатов 3D-эпохи ждет настоящий праздник.